Тряпку дайте. Ага. Надо сколько грязи, да? Сколько лет-то тут не были уже? Да я уж не помню, когда и были. Чего же вы хотите? А это что? А что? А, там у нас давно это сломано было. Давайте починим. Не надо, что ты долго это? Ну, хоть изоляцию дайте, я так подключу. Что, Шурка не мог, что ли? Что? Ой, да что ты, Шурка? Шурка, конечно, не мог. Он вот если там магазин или по делам по каким-то, это он, конечно, мне здорово помогал. А вот починить там что-то такое или прибить, это он не может, это он весь меня. А доски он тебе за шкафом, это тоже он, да? Нет, доски это я. Это у меня вроде терапии. Слушай, а может, ты мне и так то починишь, а там что-то... А что там? Да там ножка болтается. Починим, хозяйка. Ну, ты прям клад для меня. Откуда это в тебе? Это от отца. Да, у него хорошие руки. А вы как к нему относитесь? Не провоцируй. Так все же ясно. Да я и сам знаю. Нехорошо он с вами. Что? Чтобы я от тебя никогда это не слышала, понятно? Потому что это не твое дело, это тебя не касается, понятно? А то исчез вот как трик. Да не надо меня! Ой, ничего не понимаю. Раз, а? Тайны какие-то, недомолвки, Алабин. Почему вы разошлись? Да с чего ты взял, что мы женаты-то были? Что тебе бабушка? Ты что, дурак, сказал? Что ли? Да ладно, какое твое дело, что было 100 лет тому назад? Сделали уборку. Давай лучше люстру вешай ее обратно. Что, так и вешай, что ли? Ну, конечно, так и вешай. Ты что ж Только вы не роняйте меня больше. А ты меня не зли. Думаю, хоть вы честный человек, да. А вы такая же. Угу, такая же. Она я. Все темнит. Какая же. Ну ничего, я сама все разберусь. Ой, разберется, он разберется. Разберется. Да разберусь, да разберусь, вот разберусь. Какое твое дело вообще до этого? И какое это имеет к тебе отношение, я тебя спрашиваю. Да имею я право знать, в конце-то концов. Уже выкинь эту штуку вообще в окно. Ты покричи на меня еще, покричи на меня, пожалуйста. Ты не на вас я. Ку-ку. Шурк! А ну, швейцар, отворите двери! Да слезай ты с люстры-то тут со своей! Шурк! Выгнали! Черт с два! А что? Да вы просто играете мною как мечом! Борьба благородства! Одна мать отсылает, другой так первой! Уйду от вас к чертовой матери! Слушай, жарко у вас здесь, ребята! У вас, да? Слушай, москвичка! Да ну, Серега! А у нас прохладно! А счастье-то наколотили! Господи, ты что чинил? Он чинил, чинил! Люстру мне чинил! Так, вот это тебе! Вот. Спасибо! А это тебе! Да? Так, а ты платье? Ой, ты какая! Так, это тебе, выдаю. Е, где? А это опять тебе. А мне? Да тебе тут уже было. Так, а вот это пирожки с мясом домашние. Ну, мало ли, что ты любишь, я его с мясом привезу. Ну, так, а вот это занавески на окна. Вот. Чего-то они на полянке. Полянки уже нет давно. Ну, была, наверное, когда-то, осталось одно название. Квартира хорошая, трехкомнатная, но маленькая. Ну, уж трехкомнатная, да. Маленькая. Так народ-то сколько? Отец? Угу. Мать, да? Ее мать. А, так это уже три, да? Ну, бабушка, что ли? Ну да, бабушка. Угу. Вот. Девушка к ней еще в придачу, такие бегают, маленькие одуванчики такие. Ладно, ну ладно, не буду, не буду. А ты знаешь, у них еще сын есть? Да. Да, и ты знаешь, как назвали братишку? Шурка, честь пропавшего братца. Ой, ну. Да. Вот. Это уже 5, да? Ну, я еще явился 6. 6 человек. Ну вот. Ну вот. Я приехал. Все рыдают. Все плачут. Подарки мне дарят. Спасибо. Ну вот, я говорю, погодите рыдать-то. Как вы звать-то нас будете? Ну, они говорят, ты будешь Шурка, а он будет Санька. Ну, братишка сразу врёв, там он их капитан футбольной команды. Ну, весь район пацанов знает его как Шурку. И кричат, Шурк, давай! А я говорю, уже старый, чтоб имп менять. Ну вот, усы у меня уже, видишь? Да погоди ты, не все же, не все. Слушай, ну вот, они стали малыша буквально тиранить. Шурка принеси брату, Шурка подай брату, Шурка магазин, Шурка не мешай. Я живу как князь. Я говорю, не надо. Они опять рыдают. Он рыдает, они рыдают, я рыдаю. Ну, брат, буквально рейк слез, и вот я его... Ну вот! Ну ты даешь, даю. Ну ладно, хватит духариться, как серьезно-то было, расскажи.
А я подумал, если в одном доме два Шурки, то можно и поделиться. Им одного хватит, правда? И уехал. И все, да? Да. Ну, я же тебе говорю, тесно там, тесно, понимаешь? Ну, некуда мне. Некуда. Да. Вот так меня там кормили. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Варенье. Ой! Мамочки, товарищи, да вы что? Да я же опаздываю. Ой, ну, Шурка, ну из-за тебя это все всегда. Ну, всю конечно. Всю жизнь да. Ты меня чуть сломал. Что, сразу Шурка. А, ну, конечно, кто же еще посмотри, как я опаздываю. Кошмар сейчас мне будет. Слышишь, Шур, со своими рассказами говорю, вечно ты меня заболтаешь. Ой, какой кошмар, опоздала прямо на полчаса. Ой, спасибо. Буду сразу.